Проскумпию пурпурную я вам уже рассказывала в своем видеоблоге, поэтому повторяться я не буду, а покажу, как она выглядит осенью. То есть вот такие вот очаровательные, огненные листочки, да, то есть бордовые листочки сменились на огненные. Не знаю, насколько камера это может передать. То есть они все-все-все такие разноцветные. Вот такие замечательные. То есть скумпия пурпурная, она прекрасна, да, в любое время года. Попробую так вот показать. Вот так очаровательно выглядит осенью скумпия пурпурная.